Перво-наперво, что приходит в голову. Отбросится она к нему и будет его вот так утешать. Не знаю, прямо перед ним на колени встала и повернула его: Митя, я с тобой. Ну, и он смотрит по ее глазам и находит в них, понимаешь, силы. Я здесь одна весь смущаю. Какая? Давайте гадать. Тут есть о чем поговорить. Пластически меня смущает. Я вот. Я рухнул в драму. Попытаюсь лучшим образом сыграть. Здесь, после истории с сыном, крыша на голове. Да. Пришел министр. Я рухнул в ту же крышу, только спиной. Тут я так рухнул, тут я так рухнул. Пласти, ну просто, ну, не уж очень ли Слава, артист? Подожди, ну хорошо, ну давай второе. Посмотрим. И второе. Если я без нее... Подожди, пожалуйста, ну дай, ну посмотри. Ну вот ты мне говоришь что-нибудь такое, понимаешь? Сказал, я сел, да? Я сел, единственное... И потом вдруг еще что-то мне говорит... Нет, я бы и так. Ну, разве это не два куска? Ну хорошо, ну ладно. Так почему ты не можешь этого найти? Ты, который, у которого такая пластическая выразительность. Ну ладно, ну вот. Не знаю, можешь найти это, я не знаю что. Ты можешь упасть на диван. Но я больше... знаю, что пробовать, что хочешь. Но больше меня смущает другое. Больше меня смущает другое. У меня было, в сущности, с мной сыграно очень немного ролей. Вообще роли... Мне давались в основном, так сказать, какие-то такие, знаете, я либо был святой, либо ангел, либо принц, либо граф, либо князь, либо император. Так из простых смертных я только одного Чацкого сыграл. Так вот, значит, вот первые роли, такие крупные, это «Чудо-святого Антония», и, где я играл святого Антония, и «Турандот». И как, в чем я искал, так сказать, я искал внутренний темп, ритм роли, помимо, так сказать, содержания, так сказать, выраженный в пластике, что ли, сценической. Потому что если Антоний мой был совершенно как бы неподвижен, он, это была такая хламида, что ли, такой какой-то, понимаете, перевязанной веревкой, и у меня не было, в сущности, ни одного движения. Я был сосредоточенно неподвижен. Турандот обратное. Человек, который непрерывно, так сказать, в движении. Все, все, все в нем летит. Понимаете, он весь устремлен куда-то. Поэтому не было ни одного, так сказать, ну если уж был какой-то неподвижный, какой-то, ну так все на переходе от одной позы к другой, и все в полете, так сказать. Отсюда и руки такие, и, значит, и вся жестикуляция. Чацкий, которого потом я играл, значит, он как-то у меня был более сосредоточен, более, понимаете, как-то, ну, сдержан, и, несмотря на то, что Чацкий человек, об этом всегда забывает, что Чацкий видит то, что ему хочется видеть. Забывает, например, такую вещь, что не только не видит Софью, что она, так сказать, его отвергает. Но вот эта знаменитая сцена в третьем акте, когда он приходит и говорит, что в той комнате, там, значит, вот я там, это самое, французик из Бордо и так далее, и, да, кто это? Ниночка Миненька, и меня сейчас тут, я очень занят, прости. Он говорит, и все оставили меня. Он не, рассказывает о том, что он говорил, и по мере того, как он говорил, все разошлись. И тут же он продолжает то же самое. Он говорит, и все расходятся, и вдруг он видит, что никого нет. То есть он, значит, не видит этих живых людей. Он говорит где-то в воображении, понимаете? И вот где-то там ритм такой соответствующий участков был. А была еще роль интересная граф Альмавива, но это было все уже связано с костюмом, с манерой держаться, где все было подчеркнуто достоинством, изяществом. И еще один князь,
Князь Трубецкой – это декабрист, который не явился, как известно, на Сенатскую площадь. Николая играл Качалов, я играл Трубецкого. Что я себе представил, я видел его портрет, я на него не похож. Ну, мне пришлось сделать такое удлиненное лицо. И мне почему-то казалось, что он немножко такой чуть сутуловато держится, хотя он и военный, но он, так сказать, не был извечным. Тут, что мне, конечно, сейчас не удается сделать, показать полностью, так сказать, это дело, я только намекаю. Кстати говоря, вот такими намеками я пользуюсь иногда и в репетиционной работе. Я почти сейчас не выхожу на сцену, но где-то ритмически, или в манере двигаться, в манере говорить, в манере быстро говорить или медленно говорить, или жестикулировать, откуда идет жест, от плеча ли, широко ли, или, понимаете, где-то сосредоточиться. Вот такими приемами иногда удается подсказать актеру.